Мы уже начинаем или нет? А кофе твой ждем. А мы кофе. Так поговорите за жизнь. Это будет больше, чем жестко. Вы как губернатор. Человек, который, в общем-то... Я Харьковский городской губернатор. Как мэр, да, и как исполнительная власть. Вы поддерживали же курс евроинтеграции? И вы как экономист понимаете? Вы говорите, что я экономист. У меня нету экономического образования. У меня есть другое образование. Люди, которые стоят на Майдане и майданутые, это два разных человека. Какие разницы? Ну, допустим, Луценко, он майданутый. Почему? Ну, потому что он из себя делает аватара, он себя назвал аватаром. Вопрос очень прост. Скажите, пожалуйста, вы работали журналистом на продажном телеканале? Еще раз, что продажный телеканал? TVI, продажный телеканал. Что вы имеете в виду? Когда вы там работали? Что вы имеете в виду? Но его же продали с потрохами, он был продажный. Вы работали с Портниковым? Это мой коллега. Это ваш коллега? Он гей? Что это, какое это имеет отношение к... Я объясню, у вас в среде журналистов много геев? И это в том числе европейская ценность. Я в том числе вам говорю, и вы сейчас это признали, что вопросы, связанные с ЛГБТ, которые должна была принимать Верховная Рада, это тоже те европейские ценности, конечно, которые с точки зрения морали для наших людей, для народа Украины, в большинстве своем подавляющем, неприемлемы. Передо мной сидит журналист, да, который я считает, что он очень большой профессионал. Нет. Но вы в первую очередь, гражданин Украины. Да. И вы должны осуждать тех людей, которые ведут за собой толпу людей на пролитие крови. Вы говорите о том, что я для вас интересный, да, собеседник, или я для вас неинтересный собеседник? Вы для меня представитель власти. Я для вас представитель какой власти? Избранный. Тогда пойдем на улицу и спросим сейчас у людей, поддерживают ли они власть. Да, вас поддерживают. Есть конкретное видео, на котором человека раздели догола. Видны лица, видны номера, отвечу, счетов. Можно до конца? Скажите, можно до конца? Это нормально? Я могу сказать, я видел конкретное видео, где догола раздет Портников. И занимается с таким же мужчиной догола, раздетой любовью. И скажите, пожалуйста, почему вы этому видео не даете оценку? О чем вы сейчас не понимаете? Скажите, пожалуйста, а кто вы, извините, в данном вопросе, кто вы? Вы ангел? Нет, еще раз. Кто вы? Вы хотите говорить обо мне? Да. Вы хотите говорить обо мне? Вы Понтий Пилат, кто вы? Вы обо мне хотите говорить? Кто вы? Вы можете мне сказать? Я задаю вопрос. Вы Цезарь, кто вы? Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не журналист. Вы журналист тогда, когда вам выгодно. Вот мы с вами, насколько я это видел, якобы прототипы героев какого-то мультфильма «Сказочная Русь». Пес был верный Мустафа. Гавкал на кого хотел, в общем, Мустафа наел. Вы такое еще смотрите. Хорошо. Я не смотрю. Вам не нравится, потому что вам такую роль там отвели. Мне кажется, что это пошло. Это пошло. Но скажите, пожалуйста, могли бы ли вы своим коллегам, которые студия 95-й квартал... Они не коллеги, они не журналисты. Они не журналисты? Скажите, пожалуйста, а почему их любят миллионы, а вас не любят миллионы? Вам надо, чтобы стать журналистом, еще не один пуд соли съесть. Хорошо. Только не любите Портника. Давайте правоохранительные органы. Если вы еще когда раз правоохранительные... упомянете господина Портникова, мы закончим интервью. Хорошо, договорились. Я его упомяну еще не один раз. Вы можете съесть еще одну конфету, я вас угостил. Можете выпить еще кофе. Я кофе. Корректно вас предупреждаю. Да. Можете выпить еще один вкусный кофе, два. Я могу вас угостить, мне не жалко. Спасибо да. за кофе. Но если вы будете мне говорить, как себя вести, то я, наверное, сам... завершу это интервью, прежде чем вы его завершите. Тогда давайте завершим, если вы действительно больше вам нечего сказать. Можно объясню? Мне есть что вам сказать. Тогда давайте вы не говорить хотите по это слушать. Так вот послушайте. Да. Акценты и интонация, у которой есть у Портникова, у него просто свербит в одном месте, и поэтому он так постоянно вот себя смотрите, ведет. Вы сейчас... Таких, как Портников, надо постоянно иметь. Можно я вам дам такой ответ? Я считаю, что это ты хочешь завоевать аудиторию. Я уже все свое завоевал. Тогда мне не прижал бы сюда. Я уже все свое завоевал. А вы знаете, скажите, что-нибудь кроме этого? В смысле? Ну вот то, что у меня справа. Вы что-нибудь еще знаете? Сколько будет 7,8? Геннадьевич, ну не стройте из себя. Ну сколько будет 7,8? 7,8 сколько будет? Мы сейчас на интервью или что-то? Все, поехали дальше. Вы мне вопросы задавайте, я вам отвечу.
Но когда вы мне задаете один и тот же вопрос, как дятел, задаете один и тот же вопрос. Оскорбляете. Я вас не оскорбил. Но дятел бьет вот так вот. Что вы хотите от меня получить? Это аллегория такая. Понимаете, аллегория. Мустафа, мне с вами не то, что бесполезно, мне с вами неинтересно.